стандартное черное округлое кольцо. Это классика. Оно очень красиво, ну, напоминает, в принципе, по форме старые советские золотые кольца. Широкие такие, когда у всех денег хватало на золото. Сейчас все проще, и люди вместо золотых колец покупают себе кольца из стали. В принципе, качество не сильно отличается, а цена отличается очень сильно. Вот. В принципе, больше о нем сказать нечего. Оно нигде не царапается, не трет. Очень красиво, хорошо сидит. Так, в принципе, как золотое, просто черное. Есть такие кольца матовые, есть глянцевые. Опять-таки, зависит от настроения Китая.